В рамках фестиваля «Крымская весна» поддержать кирчан приехали российские группы – земляне и русские. Несмотря на плохую погоду, на площади собралось много кирчан, которые пришли с плакатами и триколорами. Открыл концерт на площади Ленина ансамбль песни и танца Черноморского флота. Со сцены звучали патриотические и русские народные песни. Артисты рассказали сайту kerch.com.ua, с какой целью гастролируют по Крыму и где уже успели побывать. По словам музыкантов из группы «Русские», они приехали в Керчь впервые и посмотреть город еще не успели. Самое главное впечатление мы здесь, конечно, ждем. Вот именно от встречи с людьми, от общения, от живого контакта. Вот это главное. И главное, чтобы они понимали, что, собственно, не только мы вот на словах, да, но мы и делаем, и, собственно, сами здесь находимся, и никуда не уезжаем. Вот, и будем здесь столько, сколько потребуется, пока мы здесь еще чувствуем, что мы нужны. Поэтому мы здесь. Открываем дверь плечом, ну а те, кто против, пусть бегут. Русские идут. Группа «Земляне», на которых пришли посмотреть как взрослые, так и дети, поделились своими мыслями по поводу происходящего в Украине и Крыму, рассказав, что отменили запланированные концерты в России и приехали поддержать братские народы Крыма. Политики должны заниматься политикой, но то, что сейчас случилось, это проблема, скорее даже уже не политиков, это проблема народов. И хотелось бы, чтобы здесь живут русские люди, и хотелось бы, чтобы их не обижали, понимаете? У нас 16 марта в Крыму будет референдум. Как бы вы хотели, чтобы решилась судьба Крыма? Ну, конечно же, Крым, Россия, что тут говорить. И стоит шаг пройти, заносит время вслед. Обратного пути у жизни просто нет. Поверь мечту! Поверь мечту, скорей, поверь мечту, как доброту людей. Виктория Цыганова, которую ждали многие зрители, приехать не смогла. И на камеру организаторы фестиваля сообщили, что в ближайшее время артистка обязательно выступит перед кирчанами, и не одна. О том, какие артисты вскоре приедут в Керчь, пока остается секретом.